душу, не знакомый лов захне душу, да, ну па, давай, ты дрёга, Оттелозу улуцу, мискана на юх на хиза, кира илла лилара, мискана на юх на хиза, кира илла лилара. Волхаваха хан чухвети, баба с мама с поаво, коча амашло зашлело, что не я детский аво, коча амашло зашлело, что не я детский аво. Эти бойцы уже много раз показывали уровень своей подготовки в различных испытаниях. Именно благодаря их мужеству регион является одним из самых безопасных в стране. Инструкторская группа под руководством помощника главы Чечни Данила Мартынова прошла самый сложный этап тактической подготовки в различных условиях. Команда стала примером для многих силовых подразделений не только Чечни. Наши силовики взяли золото на прошедшем в Иордании чемпионате мира среди силовых структур, но нацелены на еще более громкие победы. Профессионализмом чеченской команды не на шутку заинтересованы и другие страны. Очередную тренировку чеченской команды посетили и гости из Казахстана. Здесь у нас несколько учебных точек. Наша сборная прославленная, которая заняла первое место на чемпионате мира. Мы продолжаем усиленные тренировки, продолжаем тренироваться по вопросам огневой подготовки, по вопросам тактической подготовки, социальной подготовки. Они у нас продолжают находиться в очень хорошей физической боевой форме. Вот. Сейчас по поручению главы нашей республики мы накатываем с ними новые методики, продолжаем работать в методическом плане. И также они у нас, это все действующие сотрудники, естественно, действующие офицеры. И помимо того, что они продолжают совершенствоваться, они еще выполняют боевую работу. Гости интересуются не только тактическими приемами, но и режимом тренировок бойцов. Силовики показывают различные способы ведения боя, преодолевая препятствия. Гостям также продемонстрировали тактику ведения боя в ходе штурма. На эффективность работы может сказаться любое лишнее движение. Учитывать нужно каждую деталь. Здесь у нас работают, тренируются различные подразделения. Ну, вот сегодня по нашему плану занятий, проведения занятий, работает наша сборная, которая продолжает заниматься, продолжает тренироваться, увеличивать и улучшать результаты. Привезли наших коллег, чтобы они посмотрели, как проходят занятия, как проходят методически, технически эти все занятия. Это очень позитивная, хорошая практика, обмен опытом. У нас есть определенные договоренности, да, с нашими коллегами, с нашими друзьями о том, чтобы наращивать, скажем так, обороты по обмену опытом. Конечно, мы будем приглашать и спецподразделения Казахстана, чтобы они приехали сюда, чтобы мы поделились опытом, они нам передали свой опыт. Также мы, наверное, будем, да, планировать поездки в Казахстан для того, чтобы также увеличивать свои знания, увеличивать свой опыт. Потому что мы понимаем, и наши коллеги из Казахстана также четко понимают, что только работая вместе, только работая на благо наших стран, вместе, совместно, мы можем быть максимально эффективными и противостоять абсолютно любой угрозе.
Знакомство с мастерством чеченских силовиков продолжилось на учебно-тренировочном полигоне полка УВО. Здесь Даниил Мартынов рассказал о деятельности подразделения. Бойцы успешно прошли воздушно-десантную подготовку, тактику ведения боя в лесистой местности и уже стали профессионалами своего дела. Кроме того, что они занимаются охраной нефтегазового комплекса, они еще выполняют огромный объем работы по всем видам лесной работы. У нас, помимо того, что летучий отряд работает как с парашютом, так работает и горно-лесистая местность, помимо этого мы отрабатываем действия в условиях городской застройки. Почему? Потому что из-за большой разброса подразделения может сложиться ситуация, когда они будут ближе всех, они будут оперативнее, и, соответственно, они смогут выполнить задачу в условиях какого-то процесса застройки. И из-за того, что мы как бы по поручению Данила Васильевича всегда стараемся многопланово развивать людей, соответственно, мы не останавливаемся на одном, мы не готовим узких специалистов, мы готовим людей, которые при поступлении задачи готовы будут выполнить любую поставленную им, соответственно, цель. Был бы тысячам лирбер главное человеческое качество мусульманина, чеченца, офицера. А вы являетесь мусульманами, чеченцами, офицерами. Он не гражданский человек. Это его профессия, это его жизнь. Все, спецназ отстреляется, он этим должен жить. Этим он должен гордиться. Не только сам, и заставлять других гордиться, когда он. Да здравствует спецназ Божий. Просто мечтаю универсальный солдат, мечтаю к солдатам. Хусен условия, что цель, та спецпозиция есть в мире, да, условия, как у них. Вот он прошел весь мир. Хабеха, не штец бол, але, лебо условия, что там вёхки нас. Вы мета амин, бештаба, да, чемпионат мира, вы говорите, хабеха. Мечума, мета стрельпчеш, гала стрельпчеш, гимча стрельпчеш, акуна. Таба, чемпионат мира, вы говорите, Тунья, ты с Бог, Бога, мощь, мы ты глина, король, Тунья.